Привет, друзья! 20 бронеавтомобилей Bushmaster австралийского производства появились в Украине. Бронеавтомобиль Bushmaster начали производить в 1998 году. Изначально машина предназначалась для перевозки 10 солдат, а не для ведения боевых действий. Бронирование машины защищает экипаж от пуль калибром 7,62. Оно может быть усилено модулями. По словам разработчиков, бронемашина способна пережить взрыв фугаса до 9,5 кг. На машине установлен боевой модуль R-400S МК-2 с интегрированным 40-мм автоматическим гранатометом МК-19. Несмотря на свой внешний вид, машина считается удачной и хорошо зарекомендовала себя. Примерная стоимость бронемашины – 1,5 миллиона долларов. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр. Мы осветим все.